Что ты думаешь по поводу сегодняшнего чемпионата мира и твое выступление на левую руку? Ты впервые выступаешь на левую руку? Я не выступаю в итоге. Только на правую? Да, я ж поменялся, 90-е 100 поменялись местами. И вот, благодаря, наверное, Замбулату Цуриеву, который пошел мне навстречу, я могу выступить 100 килограмм, потому что 10 килограмм я уже даже 12 килограмм скидывать как-то тяжело было, не хотел. И в итоге в 100 килограмм правой рукой. Ну и кого имеешь в категории? Ой, кого я только не имею. Вот сейчас думал, по-моему, сегодня с утра думал, лучше бы я, по-моему, в 90 скидывал бы. Это и Красимир, и Трубин, и Дауташвили, и Теренс Оперман, белорус, азербайджан. Короче, весь арфайт, который был в Болгарии, плюс еще 2-3 человека. Твои приблизительные прогнозы? Не знаю, какие прогнозы. Я обычно так суеверный чуть-чуть и не загадываю лишний раз заранее, выиграю, не выиграю. Ну, буду надеяться, там посмотрим. Форма, скажу сразу, там. Мертвая? Ну, не мертвая. Ну, короче, не ахти. После один у меня уже не то, что физически, у меня больше психологически вообще не было желания тренироваться. В зал приходил с таким отвращением. Это уже у меня, получается, 11-е соревнования за 12 месяцев. Вот, начиная с прошлого сентября, я каждый месяц куда-то лечу, где-то выступаю, где-то борюсь. И не физически, психологически устал уже. Вообще нет никакого желания. Ну, посмотрим.